Ребят, привет, с вами снова Элеонора Алибаева, и у меня нет времени вам объяснять, потому что ко мне едут гости, а вернее они уже подъезжают, и нам нужно приготовить с вами самый вкусный и самый быстрый салат в вашей жизни. Ну что, вы готовы? Включаем секундомер. Погнали! Фасоль, кукуруза, шампиньоны и фасоль уже белая в томатном соусе, но которая не хочет уходить. Окей, добавляем чуть сухариков и сметанку. Сметанку. Раз, два. И мешаем. Ну, короче, 20 секунд, ребят. 20 секунд! Ну, на помешать еще уйдет немного времени. Чик-чик-чик, 30. Воу-воу-воу! Ну, я считаю, что, в принципе, все уже готово. 40 секунд. И еще в конце. Ну, короче, салат даже не минутка. Нормально, вкусно. Ребят, я как бы даже уже поесть успела, и минуты еще не прошло. Поэтому, если к вам едет ваш любимый мужчина, и вам некогда вообще ничего делать, потому что вы должны навести другой порядок, этот салат специально для вас. Салат даже не минутка, 30-секундка. Ну что, ребят, если вам было это интересно, полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ну и до скорых встреч! Записали. Я забыл поставить на запись.